одним. Спасибо, дорогой. Это самое неожиданное поздравление в моей жизни, Дим. Приезжай к нам в гости летом. Я тебя свожу на настоящую Волгу. Ты будешь в шоке. Это не Америка, это наша Волга. Это круче в 100 раз. Он тебя на Волгу не свозит никогда. Он не волжанин. Он домашний человек. А я рыбак. Я тебя свожу без проблем. Да. Как надумаешь, только заранее сообщи, чтобы я свои дела тоже подредактировал под твой приезд. И все. И ты получишь настоящее удовлетворение от нашей реки Волги.